Спасибо большое, Татьяна. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Павлова Елена Валентиновна. Я методист информационно-методического центра Колпинского района. И сегодня я вам расскажу про инструменты преподавателя для работы с онлайн-документами, создания блогов и сайтов. Давайте проверим еще раз связь, хорошо ли меня видно и слышно. Можно там плюсики, огонечки, как угодно. На самом деле, объять необъятное, в общем, очень сложно и практически невозможно. Невозможно в час вебинара уложить курс, который я предполагаю читать на 72 часа. Но, тем не менее, я очень постаралась, и начнем мы с небольшого такого... немножечко мы развлечемся. Вот, мы посмотрим вот такой вот промо-ролик. Это корабль, который профукал Джек. А это девица, которая на палубе не сидится на корабле, который профукал Джек. Капитан Джек. А это солдаты английские. Они угрожают тому, кто торопится пожениться на шторной девице, которая на палубе не сидится на корабле, который профукал Джек. Капитан Джек. Пираты Карибского моря. Все части. На канале, где солдаты английские угрожают тому, кто торопится пожениться на шторной девице, которая на палубе не сидится на корабле, который профукал Джек. Вот примерно так я пыталась представить сегодняшний наш вебинар. Записать ролик. Для чего вам дано видео, я советую тебе подписаться на канал Герман. Записать ролик. Разные видео про кино. И написать к нему стихотворение было очень сложно. Поэтому я решила, что я просто пройдусь по основным темам, отвечу на интересующие вас вопросы, и надеюсь, что я смогу вас заинтересовать своим курсом, потому что это будет действительно очень интересно. Итак, о чем же мы будем говорить и что же мы будем изучать? Во-первых, мы обязательно познакомимся с Яндексом как с браузером, и я расскажу про те настройки, которые помогут вам эффективно использовать Яндекс.Браузер в своей работе. Это интересно, это неожиданно, и есть пара-тройка таких инструментов, про которые в самом начале не знала даже я. Мы обязательно с вами подробно поговорим про облачное хранилище Яндекс.Диск и про то, как создавать документы для совместной работы, как вместе с коллегами, друзьями, детьми осуществлять редактирование и создание каких-то документов. Это могут быть как известные нам документы, текстового редактора, электронные таблицы, презентации, изображения. Мы обязательно погрузимся с вами в сервисы Яндекса. Я уверена, что каждый из вас так или иначе сталкивался вот с такой страничкой, путешествуя по Яндексу. И многие из сервисов, которые вы сейчас видите на экране, вам знакомы. Некоторые вы просто пролистывали и никогда даже не обращались к ним, потому что, может быть, просто вы не знали, для чего они нужны. Но, тем не менее, я расскажу про интересные, полезные для преподавателя сервисы. Вот один из них вы сейчас видите на своем экране, да, Яндекс.Практикум. Это пространство, где любой пользователь может научиться чему-то, подчеркнуть какие-то знания и подключиться к этому направлению. Мы рассмотрим с вами совершенно потрясающий инструмент карты. В настоящее время каждый из нас пользуется Яндекс.Картами исключительно в целях, как добраться от точки до точки. Мы научимся с вами создавать свои карты, научимся делиться ими и попробуем создать какие-то интересные маршруты, по которым с удовольствием погуляем вместе, и, может быть, в одной из этих точек мы пересечемся. Мы обязательно поговорим про огромное количество интернет-ресурсов, которые позволяют обрабатывать контент. Это изображение, видео, текст. Те, кто уже был на каком-нибудь моем вебинаре, знаете, что я сейчас очень погружена в тему искусственного интеллекта, и мы обязательно об этом поговорим на нашем курсе, потому что для создания
красивых, интересных постов и статей на канале Яндекс.Дзена, нам понадобятся какие-то необыкновенные картинки, которые мы сможем создавать сами. Вот мы плавно перешли к Яндекс.Дзену, мы научимся создавать блоги, мы поймем разницу между текстами и статьями, мы обязательно синхронизируем наш блог с Телеграм-каналом, мы научимся создавать интересные группы и каналы. Телеграм расширил свои возможности, и теперь в Телеграме можно общаться удобнее, если можно применить такой термин. Также мы посмотрим, какие возможности нам еще дает Яндекс для генерации QR-кодов. Посоздаем для того, чтобы впоследствии размещать их, например, на страничке своего персонального сайта, который мы создадим на Тильде. Здесь работать очень просто и интересно. Мы создадим персональные сайты с полным пакетом возможностей, которых предоставляет нам Тильда. Мы захватим небольшую историю с Фигмой, посмотрим, как создавать растровые изображения, которые впоследствии мы также сможем разместить на страницах своего блога либо сайта. Что касается Яндекса, мы научимся создавать интересные формы и опросы, более интересные, я бы сказала, чем те, которые мы создавали, используя Google. Мы сможем создавать просто опросы, просто анкетирование, и также сможем создавать оцениваемые тесты и разветвляющиеся опросы. Вот вернусь я к вам. И давайте, может быть, вы зададите, может быть, у вас возник какой-нибудь вопрос по будущему курсу, и я готова ответить и осветить любой из озвученных аспектов более подробно, если вам это будет интересно. Ну, раз вопросов нет, тогда давайте попробуем поработать практически и посмотрим, как мы сможем создать, допустим, совместную презентацию и общими усилиями создадим красивую презентацию к нашему вебинару. Значит, смотрите, создание совместного документа с диски заключается в том, что автор создает сам документ и посредством ссылки делится ею с участниками процесса. Участниками процесса сегодня являетесь вы, поэтому сейчас я загружу ее, поделюсь с вами ссылкой. И каждый из вас попробует что-нибудь написать в этой презентации. И мы сможем вместе с вами порадоваться идущей весне. Что касается самого продукта презентации в Яндекс.Диске, он немножечко еще не допилен, но тем не менее он позволяет создавать презентационные материалы для презентации какого-нибудь проекта, продукта, да. Значит, для того, чтобы поделиться ссылкой, мы, во-первых, выдаем право редактирования, копируем ссылку и можем поделиться ею любым известным способом. Если вы находитесь сейчас за ПК, вы можете перейти по ссылке и подключиться к моей презентации.
Каждый из вас, кто подключился, имеет возможность редактировать ее, добавлять слайды и создавать свой контент. Валентиновна. Так, давайте с вами познакомимся с теми, кто подключился. Вот, уже появляется активность, коллеги пытаются изменить тему презентации, и это радует. Давайте вы добавите по слайду и, например, напишите каждый на своем слайде что-нибудь, пару слов про себя. Для того, чтобы добавить изображение к презентации, можно воспользоваться вкладкой «Вставка» и пунктом «Изображение». Яндекс говорит о том, что можно вставлять изображение по ссылке, однако это пока не работает. Изображение можно добавлять только из файла, либо из буфера обмена. Если мы хотим воспользоваться буфером обмена, мы можем в том же Яндексе найти изображение. Воспользовавшись поиском, да, выбрать любое понравившееся изображение через контекстное меню изображение в буфер обмена. Коллеги все знают, что такое буфер обмена. Сейчас она... Ну, немножечко подвисает. Сейчас. Сейчас мы все-таки ее загрузим и попробуем разместить на слайде нашей презентации. Значит, мы можем воспользоваться, либо копировать это изображение, либо через контекстное меню сохранить у себя на компьютере в том месте, где у вас указано сохранение документов, а потом поместить в свою презентацию. Сейчас у меня немножечко все подвисает, ничего страшного. Несмотря на то, что в моем интерфейсе происходит сбой и небольшая задержка, каждый из вас, кто открыл этот документ на своем компьютере, имеет возможность продолжить работу. Мне необходимо перезагрузить страничку. Сейчас я ее перезагружу. Она откроется по-новому, с уже внесенными вами изменениями. В рамках курса мы обязательно поговорим про возможности электронных таблиц в Яндекс.Диске. Это очень актуальная и такая тема для преподавателей, я знаю, потому что уже длительное время читаю это направление. Мы остановимся, может быть, более подробно на работе с текстовыми документами, как в облачном хранилище, так и просто. Давай, дружочек, кочегарься и загружайся. Так, отлично. Так, не хочет. Ну, мы перетащу я изображение в загрузке и размещу у себя. Таким вот образом.
В чем принципиальное отличие Яндекс-презентации от Google-презентации? Я отвечу на этот вопрос. Вы знаете, наверное, принципиального отличия нет. И вообще нельзя сравнивать Яндекс и Google, потому что это, ну, совершенно разные продукты, хотя использование их чем-то похоже. Начнем с того, что Google намного больше лет. Он старше, мудрее и в некоторых местах, наверное, даже лучше. Но в свете последних событий, когда нам рекомендовано переходить на использование ресурсов российских производителей, мы изучаем альтернативные варианты. Я всегда была ярым поклонником Гугла, и у меня очень много есть интересных работ, связанных именно с Гуглом. Но реалии нашей жизни таковы, что нельзя сказать, что мы вынуждены, да? У нас есть альтернатива, мы должны ее изучить и научиться пользоваться в полном объеме. Принципиальное отличие, наверное, только одно, то, что Яндекс изначально был заточен на продажи. То есть это такие товарные отношения, если можно так сказать. И если мы посмотрим сервисы Яндекса, да, то мы... Ну вот это прям бросается в глаза, что здесь все завязано на продажу и покупку. Неважно, что это, автомобили, недвижимость, продукты и даже курсы, да, все заточено на продажи. Но есть то, чем мы можем пользоваться в рамках своей профессиональной деятельности. Тот же, в общем-то, весьма замечательный сервис «Телемост», который позволяет создавать видеоконференции. И если сравнивать его, функционал в начале пути, когда он только появился, и с сегодняшним телемостом, это два разных продукта абсолютно. Сегодняшний телемост намного мощнее, сильнее, интересней, и им удобно пользоваться. И так можно сказать практически, ну, про многие сервисы, которые нам предлагает Яндекс. Также мы с вами уже сейчас имеем возможность проходить регистрацию и пользоваться многими сервисами через Яндекс.Аккаунт. Да? Помню, основная прелесть Google была в чем? Что мы, получив Google аккаунт, могли без регистрации дополнительной пользоваться массой сервисов. Вот Яндекс уже тоже на этом же пути, и это радует. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Если нет, вы можете еще уточнить, и я еще что-нибудь расскажу по этому поводу. Вот я смотрю, что кто-то из коллег попробовал ставить таблицу в презентацию. Да, это один из функционалов. Мы можем добавлять таблицы, диаграммы и таким образом презентовать себя или то, что мы хотим показать. Мурманск приветствует нас. У нас тоже скоро наступит весна. Да, мы все очень ждем весны, мы все соскучились по солнцу, по зеленой травке. У нас в Питере вчера выпало столько снега, сколько не выпадало всю зиму. И все очень переживали, почему же не в Новый год, когда в Новый год у нас практически не было снега. Так, что еще интересного? Весна в Приморье, Свердловская область. Замечательно. И у вас уже такие цветы распустились? Или это еще пока только мечты? Так, Дальний Восток тоже с нами. Значит, я очень рада, что вы так активно подключились. Меня это радует. Значит, вам это интересно. Уважаемые коллеги, не надо бояться пользоваться инструментарием, который нам предоставляет Яндекс или какие-либо другие облачные сервисы. Основная наша задача – научиться правильно размещать информацию и не разбрасываться персональными данными. Вот, пожалуй, основное направление, по которому мы с вами будем двигаться. Дальний Восток перевернулся немножко. Так, давайте я посмотрю, может быть, у вас есть вопросы.
не могу написать текст в документе. Вот вы знаете, Алина, да, добрый день. Это ужасно, что в Беларуси не работает сервис Яндекс в полном объеме. И много лет развития, я говорю, Яндекс старается стать конкурентом, но он еще в начале. Да, есть перспективы развития. Сейчас, Сергей, мы еще подискутируем на эту тему. Сначала я хочу Алине ответить. С Алиной мы знакомы, мы познакомились в сети, лично не виделись, но замечательный, увлеченный человек, который меня очень огорчил тем, что в Беларуси, к сожалению, Яндекс не работает в полном объеме. Я обсудила эту проблему дома с детьми и мужем, потому что, в общем, это было очень удивительно. Но я думаю, что мы найдем способ общения и создание каких-то онлайн-документов даже без использования Яндекса. И будем надеяться, что Яндекс все-таки раскроет объятия для Белоруссии в полном объеме. Мне очень хочется в это верить, потому что в противном случае получается, что ограничения по месту жительства как-то, в общем, это неправильно, на мой взгляд. Сергей, давайте с вами поговорим. Значит, Google, он, безусловно, огромный. И да, это можно назвать экосистемой. Ему столько лет, что страшно представить. Он стоял в самом начале. И если брать сервисы Google, то у них было и остается больше инструментария для работы педагога. Оно действительно очень интересно в использовании, но мы работаем... Вот в реалиях сегодняшнего времени я, к сожалению, не знаю направленности работы каждого из вас. Да? Я работаю с учителями, я работаю с детскими садами, и я знаю, что нашим коллегам рекомендовано, да, не использовать Google, не использовать YouTube. И мы стараемся перестроить свои программы под работу с российскими платформами. Трудно ли нам? Да, трудно, потому что пока, ну, нету еще полного объема того инструментария, который нам давал Google. Но, тем не менее, мы работаем, мы находим эти ресурсы и сервисы и активно их продвигаем. Вот. Да, действительно, перспективы в развитии есть, и я надеюсь, что мы с вами сможем их рассмотреть, первыми попробовать и получить весьма, весьма годный результат. Да, Алина, без оптимизма нам никуда. Это действительно так. Для образовательного процесса в высшей школе Яндекс не создает инструментов. К сожалению, для... В высшей школе, да, это у нас вузы. Ну, наверное, да. Но, тем не менее, для работы самих преподавателей вы же тоже можете пользоваться теми же облачными хранилищами, создавать, я не знаю, ну, те же опросы, тесты, не обязательно в Яндекс.Формах. Есть российские сервисы по созданию тяжелых таких, ну, не тяжелых, точнее, а сложных опросов, да, которыми вы сможете тестировать своих учеников, своих студентов. Вот. Так, давайте посмотрим, что у нас есть интересного в презентации. Кто еще что хорошего написал? Пришла долгожданная весна. У меня опять немножко подзависло. Я ее сейчас обновлю и обязательно почитаю. Так, давайте, накидайте мне еще каких-нибудь интересных вопросов. Я с удовольствием поотвечаю на них. Мы можем подискутировать, если хотите. Значит, еще раз возвращусь к тому, что в ходе курса мы изучим интересные ресурсы по обработке аудио-видеоизображений. Сервисы, которые работают в режиме онлайна, которые могут быть установлены дополнительно как дополнение к Яндекс.Браузеру.
Мы попробуем посоздавать методические разработки с использованием инструментов Яндекса. И я думаю, что вам этот курс будет интересен хотя бы тем, что, безусловно, каждый из вас в состоянии изучить эти вопросы самостоятельно, но в компании, веселой и дружной компании, это пойдет побыстрее и поинтереснее, и мы сможем получить отличный результат на выходе. Так, Ольга спрашивает, у меня есть свой канал в Телеграме, есть ли какие-то инструменты интересные при создании? Да, есть. В Телеграм-канале сейчас появилась возможность создания внутренних групп внутри существующей группы, когда вы можете разбить участников своей группы на подгруппы, и каждый будет получать информацию именно в том объеме, в котором необходимо ему. Также свой Телеграм-канал вы можете подключить к своему Дзен-каналу, и публикация материалов может происходить как автоматически, так и ручным способом. Что это значит? Это значит, что размещая пост или статью в Телеграм-канале, она будет автоматически обновляться у вас в Дзен-канале, в Дзен-блоге. Таким образом, вы сможете сэкономить время. Что еще? Какие у вас еще могут быть вопросы? Сейчас мы заглянем сюда. Вопросы. Здесь вопросов пока нету. Так. Минск нас приветствует. Дальний Восток. Слушайте, ну это, конечно, замечательно, что такое количество народа написали нам приветственные слова. Можно канал и группу использовать чат-ботов. Да, именно при помощи чат-бота она привязывается. Кстати, у меня в планах обязательно рассказать про создание бота именно в своем Телеграм-канале. Мы попробуем создать, настроить. Ольга, как использовать чат-бот? Ну, для начала его надо создать, наполнить его контентом, предположить, какие вопросы могут задавать участники вашей группы, и таким образом ваш бот за вас будет вести диалоги, отвечая на интересующие вопросы ваших участников. Так что, ну, ботов на самом деле огромное количество. Действительно есть для публикации постов, ссылок, изображений. Можно настроить бота на рассылку корреспонденции. И, ну, все зависит от запроса. То есть, что вы хотите сделать, да, вы сначала обучаете этого бота, своего рода искусственный интеллект, в своем личном Телеграм-канале, а потом просто пользуетесь им. Вот. Такая вот у нас с вами получилась история. Может быть, она немножечко такая скомканная вышла. Но на самом деле очень сложно описать курс, который такой наполненный, насыщенный получается. Но эти элементы, да, Яндекс, Дзен, Тильда, сервисы и ресурсы, они все связаны друг с другом. И, наверное, можно изучать отдельно, каждую тему отдельно, но мы попытались совместить эти продукты для того, чтобы на выходе у нас получилась интересная история, которую вы сможете использовать в своей профессиональной деятельности каждый день. Уважаемые коллеги, я готова поотвечать еще на ваши вопросы. Если Татьяна нас слышит, то я могу сказать, что, в общем-то, как регулировать этот момент, можно ли вообще ими не делиться. Многие сервисы автоматически запрашивают разрешение на обработку данных. Но если я не хочу, чтобы их различные сервисы обрабатывали, что делать? Юлия, ну, значит, что касается этой истории, я вам скажу так.
Когда вы создаете аккаунт, ну, в любом сервисе, абсолютно в любом, во-первых, вы можете использовать созданную ранее почту только для этого. У меня, например, такое количество аккаунтов, что и не сосчитать. И, в общем, я иногда в них путаюсь. Вот, поэтому можно использовать какую-нибудь фейковую почту. Насколько я помню, Яндекс сейчас не запрашивает телефона для регистрации аккаунта. И поэтому ваши персональные данные, в общем-то, получаются защищены, потому что вы придумываете имя, придумываете адрес почты. Единственное, что вы можете не придумать, это указать адрес резервной почты для восстановления, если что, ящика. Вообще персональные данные не надо размещать ни на каких облачных, ни в каких облачных хранилищах для их сохранности. В Google есть бесплатный вариант облака в 15 гигабайт. Есть ли такое в Яндексе? Да. Когда вы получаете Яндекс-аккаунт, у вас тоже есть облачное хранилище. Там, по-моему, 10 гигабайт он дает. В школе обязательно использует ГИС «Моя школа». Возможно ли интеграция инструментов Яндекса с ней? Анна, вы знаете, вот не отвечу вам на этот вопрос, потому что пока у нас не было распоряжения об обязательном использовании ГИСа «Моя школа». Я про него знаю, я его смотрела, изучала. И вот что значит интеграция инструментов? Добавление туда ссылок, скорее всего, да. Вставка форм, скорее всего, да. То есть я думаю, что вполне можно, можно и с Яндексом тоже. Так, я надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. Еще, коллеги, вопросы будут? Ну, хотя вот объем Яндекс.Диска, он несколько, ну, он меньше, чем Google. Потому что, ну вот даже по себе могу сказать, что основной Яндекс-аккаунт у меня уже подзабит. Вот. Но, тем не менее, там тоже есть бесплатный вариант хранения достаточно большого объема документов. Ну хорошо, пока вы думаете над вопросами, давайте я вам еще покажу про Тильду. Это тоже интересно. Значит, смотрите, когда мы с вами приступим к созданию персонального сайта, мы с вами получим доступ к полному объему тех возможностей, которые предоставляет нам Тильда. Потому что по умолчанию в бесплатном тарифе, да, вот можно создать только один сайт, который будет состоять из 50 страниц, и объем загружаемых файлов не более 50 мегабайт. Но как только мы с вами активируем план Тильда Персонал на 2 недели бесплатно, мы получим абсолютно полный набор инструментов, которыми мы сможем пользоваться. Какой это набор инструментов? Давайте посмотрим. Сейчас я вам покажу. Сейчас мы откроем страничку. Создавать сайт на Тильде очень просто. Вот, ну, это прям, я вам совершенно со всей ответственностью могу сказать, что для этого не надо обладать ни какими-то необыкновенными свойствами для того, чтобы это сделать. Значит, ну, то, что выделено жирным шрифтом в библиотеке блоков, это то, что доступно в бесплатном тарифе. То, что выделено серым цветом, доступно на платных тарифах и вот в тарифе персонал, да, который мы с вами получим на 2 недели бесплатно и сможем ими попользоваться. И что самое интересное, после
того, как пройдут две недели бесплатного использования, он закроется, то есть вот этот полный тариф, но те инструменты, которые мы уже применили на своем сайте, они останутся вместе с нами. Безусловно, это очень интересно при использовании, например, формы на страницах своего персонального сайта, когда вы сможете собирать обратную связь с посетителей вашего сайта. Вы сможете разместить у себя на странице своего сайта карту, интерактивную карту, которую мы создадим в Яндекс.Картах и разместим на своем персональном сайте. Она будет интерактивна и будет работать именно так, как надо. Мы с вами научимся работать с зероблоком, то есть создавать страницу не по шаблону, который нам предлагает Тильда, а нарисуем свою страничку с нуля с использованием графики, которую тоже создадим самостоятельно, например, с использованием Фигмы. Или с использованием искусственного интеллекта, с использованием одного из сервисов искусственного интеллекта для того, чтобы сделать свой сайт более привлекательным. Мы познакомимся с такими элементами, как подвал и шапка, что это такое, какие инструменты и какой контент мы там сможем размещать. Я тоже про это расскажу. Мы сможем разместить и составить расписание на страницах своего персонального сайта и многое-многое другое. Поэтому мы сможем воспользоваться полным объемом платформы для создания персонального сайта. В этот бесплатный вариант входит не столько хранение, сколько совместное. Наталья, вы не разделяете хранение и совместную работу. Все документы, которые вы храните на Яндекс.Диске, они могут быть только вами, доступны только вам, но и в то же время являться документами для совместной работы. Ну, я правильно же поняла, да, ваш вопрос? Угу. То есть вы можете давать доступы к документам, вы можете давать доступы к папкам, да, кому-то, или просто хранить это только для себя, для того, чтобы самостоятельно иметь доступ к этим документам, находясь в любой точке мира при наличии интернета. Вот, уважаемые коллеги, я попыталась рассказать про то, насколько интересно вам будет на моем курсе. Поэтому, если вы заинтересовались, подключайтесь, записывайтесь. Мы изучим много чего интересного. Я с удовольствием всегда принимаю какие-то интересности от своих слушателей. Мы их рассматриваем вместе. Вместе с вами я буду также учиться, учить вас и учиться сама. Добро пожаловать. Если вопросов больше нет, спасибо большое. Татьяна, я надеюсь, что вы это все слышали и можете подключиться для того, чтобы провести наших коллег дальше тернистым путем к нашим курсам и вебинарам.